В Оренбургском областном центре медицинской профилактики готовятся к старту нового российско-японского проекта, который будет ориентирован на пациентов с избыточной массой тела. Координатор – Московский научно-исследовательский центр профилактической медицины. В проекте участвует 6 пилотных регионов, в том числе и наша Оренбургская область. Здесь каких-то строгих диет ограничительных нет. Это консультирование по рациональному питанию и по физической активности. То есть никаких фармакологических вмешательств, аппаратных методик снижения веса здесь не используются. И в основном это проект, направленный на самоконтроль и именно на проведение мотивационного консультирования для того, чтобы небольшими шагами люди двигались к своей цели. Основа проекта – программа питания, которую с успехом применяют при реабилитации пациентов и японские кардиологи. В группу войдут 100 человек. Каждому участнику будет выдан набор средств самоконтроля. Шагомер определит физическую активность в течение дня. Прибор с жироанализатором покажет вес, оценит индекс массы тела и содержание жировой ткани. Тонометр поможет следить за давлением. Общение со специалистами будет дистанционным через мобильное приложение. Это очень актуально. Особенно, да, в наше время, потому что у людей очень мало свободного времени для посещения каких-то центров, а это все дистанционно и на протяжении длительного времени. Продолжительность проекта 6 месяцев. Все это время его участники будут получать советы и мотивирующие сообщения от врачей. Задача – сформировать у каждого новые привычки рационального питания и ежедневно экономя калории, постепенно снизить вес на 5-10% от исходной массы тела. Сейчас в областном центре медицинской профилактики идет подготовительная работа. Старт проекта намечен на 1 марта.